Торжество состоялось 7 декабря во Дворце молодежи. Развлекали публику участники команды КВН «Триот Идиот». С поздравительной речью выступили глава города Андрей Шубин и директор компании Владимир Блохин. Вы все вместе достойны нести бремя решения производственных задач. И я вам скажу честно, вы не подвели. Вы все эти годы, на протяжении которых мы вместе были, работали достойно, были лояльны к нашей фирме. Я вам очень благодарен за то, что вы, за ваш труд, за то, что вы сделали. О работе в компании высказались и сами сотрудники. Я счастлив, что я работаю в этом коллективе. Я вижу, как много мы делаем для организации. И я думаю, что следующие 35 лет, еще одни, они пройдут по таким же знакам, которые прошли до сегодняшнего дня. Для меня эта работа – это стабильность. Я не тот человек, который способен к монотонной работе, а на данный момент с нашей фирмой точно не заскучаешь. Я работаю чуть больше полугода. В принципе, работа нравится, интересная. У меня очень хороший коллектив. Мне нравится. В этот вечер в зале царила праздничная атмосфера. Много сюрпризов, шуток и танцев. Команда КВН представила на суд зрителей массу задорных сценок. Че, сынок, мечтаешь работать у нас на станции? Если честно, просто мечтаю. Пол Смоленска об этом мечтает. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.